Массовая зачистка павильонов в Красноярске продолжается. Сегодня на остановке Речной вокзал снесли еще 6 временных сооружений. Еще столько же остались работать, хотя администрация расторгла с владельцами договор. Вопросы по сносу решаются сейчас в судебном порядке. Ну и сейчас на месте находится наш корреспондент Олеся Рожкова. Олеся, весь ли мусор уже убрали или он снова лежит горой? И что планируют власти разместить на освободившемся месте? Сергей, здравствуйте. Ну, как видно за моей спиной, снести-то снесли, а мусор не убрали. Причем вот эти павильоны, их разбирали сегодня утром сами предприниматели. Но вот за собой не соизволили убрать. Причем некоторые павильоны до сих пор работают, несмотря на то, что у них полуразрушена крыша. Замечу, всего здесь еще в прошлом году летом стояло 30 временных сооружений, и работы по их демонтажу начались летом. 17 снесли, 5 остались, и по ним еще не вынесены просто судебные решения. Напомню предысторию. Мэрия объявила войну незаконным временным сооружением в 2013 году. К тому же выяснилось, что в основном арендная плата слишком мала, ну там порядка 10 тысяч за один объект. Тогда же ввели систему торгов и повысили арендную плату. Под удар попало порядка 2000 временных сооружений. И в ноябре 2013-го предприниматели вышли на митинг. Но в итоге все-таки вопрос удалось урегулировать. Где-то мэрия пошла на уступки, где-то предприниматели все-таки заключили договоры. Ну вот сейчас продолжается снос незаконных сооружений. Вот по этим 6 были как раз вынесены судебные решения. И все-таки, когда уберут мусор? Сейчас рядышком со мной находится член Координационного совета по развитию малого предпринимательства Максим Буконя. Максим, скажите, пожалуйста, ну вот долго ли будут красноярцы лицезреть и как-то обходить вот это безобразие? Ну, вы достаточно полно сейчас изложили историю взаимоотношений малого предпринимательства и муниципалитета. Я хочу сказать, что такое состояние дел не должно пугать красноярцев, поскольку... Ну, безусловно, все это будет убрано в ближайшее время. Это совершенно рабочая обстановка. Вот. Ну и хотелось бы еще обратить внимание на то, что, в принципе, это, можно сказать, такая крайняя форма работы. Это не будет иметь такого массового распространения. На самом деле случай достаточно единичный. В обозримом будущем мы не планируем таких вот массовых сносов, по крайней мере, в центральной части города и в какой-то прилегающей. Ну а то, что мы видим здесь, это будет устранено в ближайшее время, в течение дня-двух. Для этого имеются силы у подрядных организаций, с которыми имеются договоры у муниципалитета. Ну и в том числе у тех добросовестных предпринимателей, которые своими силами убирают своевременные сооружения. Подчеркиваю, только добросовестные, потому что не все ходят в это число. А кто за это платит? Вот за уборку этого мусора и вообще за снос павильонов? Это средства идут из бюджета города или все-таки сами предприниматели? Различная система. То есть мы имеем здесь исполнение судебных решений. То есть это могут быть задействованы и федеральные деньги, и деньги самих предпринимателей, и деньги муниципалитета. В каждом конкретном случае ситуативно, в зависимости от того, кто сносит конкретное временное сооружение. Все-таки что будет на этом месте? Ну, понятно, что все-таки судебные решения будут получены и по остальным 5 временным сооружениям. Ну, как-то горожанам интересно. Я немножко скорректирую вас. В принципе, судебные решения, устоявшиеся во всех инстанциях, имеются по всем временным сооружениям, которые мы здесь видим, за исключением 2. 2 еще рассматриваются, но, в принципе, перспектива их понятна. То есть это просто временные какие-то параметры. Что здесь будет? Здесь не будет ничего такого особо экстраординарного. Будет благоустройство, объекты благоустройства, малые архитектурные формы. Существующая автобусная остановка будет отнесена дальше по улице Карла Маркса к 47-му дому. Ну, если существует интерес, то с проектом, который сработан здесь, можно ознакомиться в департаменте городского хозяйства. То есть у них наиболее полная информация по этой тематике. Невольно возникает вопрос, все-таки почему нельзя было все снести одномоментно? Ну, как-то, я не знаю, там
пока вот будут все решения по этим павильонам вынесены, дождаться. И все сразу снесли, чтобы не так по частям, ну как-то тоже не очень красиво все смотрится. Ну, по-разному у нас складывалась история с каждым из отдельных предпринимателей, кто здесь. Могли обратить внимание, что половина предпринимателей, они в принципе в добровольном порядке, не рассматривая это место как перспективное, ушли в течение года. Но оставшаяся, наиболее такая ортодоксальная часть, они решили отстаивать слова, свои права в судах, очевидно понимая бесперспективность этого дела, но тем не менее вот имеем то, что имеем. Ну, а я хочу еще заметить, что на просторах интернета появилась информация, что вот здесь, на этом месте, на остановке речного вокзала, также планировали построить и общественный туалет, но вот специалист все-таки меня заверил, здесь не будет общественного туалета в первом городе, а будет сквер. Сергей?